Всем привет! Сегодня мы с Машулей будем открывать вот такую игру Добль. Да, и будем в нее играть. Открываем. Это, конечно, популярная игра, она уже, наверное, у многих есть, но вот она у нас появилась только сейчас. И здесь, кстати, написано, давай покажем, что... Давай, доставай. Вот здесь вот на игре заявлено, что она 6+, и можно играть от 2 до 8 игроков. Такая игра. Вот смотрите, вот такая красивенькая коробочка с 4 пальцами. Да, называется она Добль. Вот, видите, какая компактная прям такая, компактная коробочка. Ну, давай. Так, сейчас мы помешаем карточки и начнем играть. Да. Так. Кто хочет посмотреть нашу игру, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да-да-да. А кто еще не подписался, скорее подписывайтесь. Так, смотрите, мы берем по одной карточке с Машей. Да. И переворачиваем сюда в серединку. Переворачиваем. И кто первый закричит, у кого совпадение, мы с Машей внимательно смотрим. Морковка! Ой, Маша первая. Покажи скорее, что у тебя морковка. Вот, смотрите. Давай я близко покажу. Вот, у Маши, видите, совпадение морковки. Вот тут вот. Две морковки. Значит, она забирает карточки себе. Она берет новую карту себе и кладет опять на серединку. Цветочек. Ой, Маша опять меня опередила. Я даже не успела среагировать. Что же у меня? Давай покажем, что у тебя цветочек. Ромашка. Мне кажется, Маша говорит, что у меня молния. Вот смотрите, ромашки. Так, Маша опять берет себе. Так, надо ее срочно обыгрывать. Солнышко. Солнышко. Какая-то у меня карточка невезучая. Солнышко. Показываю. Солнышко. Так, давай еще разок. Маша у нас внимательная. Знак вопроса. Знак вопроса, точно, молодец. Знак вопроса. Смотрите, у нее знаки вопроса. Давай. Так, мне надо на версту. Сейчас я вообще проиграю. Паутина, у меня паутина. Краш у меня. Я первая. Ура, паутина. Наконец-то. Две карточки моих. Так, подожди, я себе сама возьму. Губы, у меня губы. Губы, накрашенные красные губы. За мной ухаживает. У меня цветочек. Цветочек? Так, я не успела увидеть, что у меня. Так, вот смотрите, у Маши цветочки. Так. Очки. Ой, господи, очки. О, у Маши очки, точно. Так, ну-ка. Проверяем нашу внимательность. Вот это вот. Мишень. Ну-ка давай еще. Так. Что же сейчас будет у меня? У меня дерево. Глаз у меня. Дерево. Я увидела. Сердечко, Маша опередила меня. У Маши сердечко. Вот, видите, формы разные, но цвет один. И формы разные. У меня кляксы. Зеленые кляксы. Ничего нету. Нет, такого не может быть. Вот у меня кляксы. А Маша говорит, что у нее ничего нет. Но... Всегда в любой карточке что-то есть повторяющееся. Кошка! Кошка! И у меня кошка! Только Маша меня опередила. Да, я опередила. Причем, да, у Маши кошки, они даже одинакового размера, одинакового цвета. И игровая карта. У меня человечки!
Человечки. Вот, смотрите, человечки. Так, так, мне. Череп! Череп! Ух ты! Ничего себе, да! Смотри, точно череп. Ой, мы с Машей почти одновременно, но Маша все-таки была чуть-чуть быстрее. Кактус. У Маши кактус. Большой, маленький. Яблоко. У меня яблоко. А мне капелька. Яблоко, 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 яблоко. У меня ключ. Капля. У меня... вот такой ключик музыкальный. Часы. Что, часы? Часы, да. Ух ты, ничего себе, точно. У тебя соска. А, нет. Нет, у меня снежинка. А, ну вот, снежинка. Видишь, даже не сразу поняли. Вот, у Маши часы. Клади, бери. Себе. Вот это вот штучка. Свечка. Моя Маша забыла, что это. Да. Это свечка у нее. А у тебя вот это. У меня опять ключик, да. У Маши свечки попались вот одинаковые. Так. Мне кажется, меня Маша обыгрывает. Она что у нас, внимательнее, у нее реакция быстрее? Так. Что знак вопроса. Это, что ж такое-то? Я вот даже не вижу, что у меня... Смотрите, знак вопроса. Знак вопроса. А что, стопка разъехалась. Лошадка. Лошадка, точно. Лошадка. Мама совсем невнимательная. Так, ну сейчас мне должно повезти. Снежинка, снежинка, снежинка. У меня снежинка. Ура, ура, ура. Молния? Ух! Да? Как молния, Маша. Как в песне прям. Дим Билан, да? Вот это вот. Это якорь. 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 Маша, попались одинаковые якоречки. У нас уже стопка подходит к концу. Мы сейчас уже доиграем партию. Бомбочки! У меня бомбочки, 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 бомбочки. У меня лед. Такие бомбочки. И последняя партия. Может, еще раз сыграем. А у меня пещера. Вот такая пещера ледяная. Вот-вот-вот-вот-вот пещера. Так, эту карту клади себе. Мария у нас выиграла. Она у нас более наблюдательная, более скоростная. Вот, более внимательная. Подписывайся на канал, ставь лайк и смотри наши новые ролики. Bye-bye!